Военные США потеряли самый редкий летательный аппарат в своем авиапарке. Один из двух дирижаблей с секретной аппаратурой для контроля воздушного пространства вокруг Вашингтона упал в лесу штата Пенсильвания. Воздушное судно оторвалось от причальной мачты и в неуправляемом режиме пролетело около 300 километров. Ущерб понесло не только военное ведомство. Летевший на небольшой высоте цепелин, свисающими тросами, повредил линию электропередачи и оставил без света 30 тысяч человек.